на офи, когда стоят рядом. Дайте попасть, и каску. Дайте, блять, босс сейчас, ой, бой начнется. Альта и каску дайте. Ну все, можно начинать. Кто там МТ-ш, кстати, Войт или Зуза? Войт. Ну, МТ-ш. На пул и на пул, давайте. Зуза чисто налить себе плоса, а так у нас... Я АДК, я не там, честно. У нас освещенный танк его Войт. Перетаунти Войт. Че на тебе висит сцен? А это у тебя баг таргетится. Давайте, вышел трэш, играйте по трэшу. Кому-то не жить. Давайте трэш вышел, играем по трэшу. Кто-то будет сегодня нервный, конечно. Так, спамим в чат. Танки, когда будет ра 80 плюс, там прожимайте дефы. Давайте, последний трэш сейчас выйдет, 2 секунды, и он дослить, короче. Ну еще и ДПС есть. Еще нормальный ДПС быстро убиваем. Ну так ты на сурке, что ли? Угу. Сколько вайпов было? 5 или 4 на лиде? Жесть. Ну зовите, если помощь нужна. Хорошо. Куда удиален, кстати, свалил? Я написал в чат, у меня какие-то техработы сегодня были и отрубили. Да. А что это за клинок? На офлайт. Тысяча. Тем более было вчера. А печеньки можно тоже ролить? Ну там нормально, донесли норму? Да. Ну как это хуй за магия 6к давать, 12к. Магом. Да ладно, пускай. 11 боссов пускай с нами поубивает, если что, поменяем. Там портуйтесь, портал вроде открытый уже. Нет, не открыт. Охренеть, только сейчас понял, что мне на Airbrew вообще ссылка только 6 ребра надо. Кто думал, я бить сегодня? Да, так. Вар Рандес 11к. Ну, вот этот вар все просился в геру днем. Давайте танки ведите, валькируем эти сферы. Кто там? Нет, говорят, вы меня возьмете сегодня вечером, Кира возьмете. Я вот локом, я вообще бы локом не пошел, а так, потому что демона не было, зашел. И туда дал 13 на чумку. Куда? Нахуй-то пойдем на чумку сначала. За ступнями.
Как думаешь, в эти ступни упадут? Мне еще, кажется, ступни надо, точно. Я что-то забыл. Плащик, наверное, тоже нужен. Нет. То на кота. Пойдемте на кровь-то. Куда мы, Ваня, идем? В бочонку. Может, на лечатра? Сейчас я отойду, там чайник выключу. А то он мне уже свистит, намекает, что я уже закипел. На Рексис тут был нар еще. Варка? Заходи, кем хочешь пойти, в принципе. Вар релогат комп сказал. Не-не, там Хайден Лоу выходит. Че ты дэсер уходит? Ну, Татьяна душка дала момент на 40. Когда на прошлом КД упал меч с лича, и он никому не нужен был. Меня прямо жаба схватила. Ладно, меча было. Так, у меня просто тоже КД было на маге. Я тогда на ребро пошел, потом на друида зашел. И тут на личе меч никому не надо. А это пипец. Не зови бомжей ДХ. ДПС говоришь, а то ты про ПР пишешь 17.5. В городе есть учитель начертаний? Нету. А в этом есть громовому тёсе, по-моему, в Силвармуне тоже есть. Да, спасибо. Чтобы Атау, когда до него бегать было побыстрее, это в каком городе? Еще раз. Чтобы быстренько было бегать от Ауха до этого учителя. В Огре. В Огре, по-моему, нет у нас чертателя. Есть, он там в коридоре стоит. Напротив ткань, где сдавать. Да, там надо подниматься, типа, на этот серпантин ебаный, там в какой-то хижине он стоит. Ну, это близко, короче, к Ауху. Спасибо. А, да, в натуре, наверху, на башню. Как травник да. Убежать. Там стоит ничего пять. Так, давайте стоим тут, там собака какая там. Обе убежали, ладно, пишите налево тогда. Идем налево, сейчас эти упыри вызовутся. Тут будем их бить. Давайте на левую сторону все идем, правую собаку не сагрить. Тут стой, тут ее бейте. Да стой там на ком упыре, стой, бей его, он тебя не убьет. Идите под собаку все становитесь.
Сука, Спартак опять проебал, как они заебали. Оу, у кому проебали? Уралу, бля. Пиздец, Уралу, Уфы? Урал, Уфа, то другой пул. Стойте на спринтах, там ловушку активируют, стойте тут, идите туда на спринтах, сбегайте. Все, активировали, играйте по тому паре, потом собаку бомбить. Смотрите, собаку, чтобы она не убежала. А у нас ДЦ сейчас есть или нет? Нет. ДЦ только на анбафе нужен, наличие и все. Что у нас тут лок покинул? Ну, стал кинуть на 30-40 минут. О. Да, блядь, сейчас опять эта Лига Наций нахуй будет идти или что? Что такое Лига Наций? Да, есть Лига Наций еще. Ленту давайте ролить. Я не кидал на ролл, я просто линканул. Дайте шкаф. Надеюсь, демон под боссом был? Да пока не знаю. Дайте шкаф. Кулак ханту дайте, пожалуйста, паладина. Ну, дай шкаф, копар. Ваш пой хант, 4 мага. Шкаф, дай, меня слышно? Бесовый. Раз, раз. Ты шкаф, дай шкаф. Шкаф. Слышно меня, не? Да, слышно тебя. Пикните на сумму. А кто кулаки дают? Хз. Жест. Ну а что тут? Сколько там слов у нас? Раз, две совы прыгают. Так, две совы, охотник 3, протопал 4, далем 5, 2 шп, 6, 7. Давай, Баланар. Кто там маги? Давай вет тоже. Баланар и вет на рейнджу тоже идите. Давайте бафы все тут, там магам дайте бафы. Чем там лапку дайте, пристабаф дайте. Давайте чек на пул. Когда лужи будет вливаться, перебегать, не стойте по 10 человек в одной куче, не рыгайте вместе. Так, ДК все готовы, начинай. На пул дайте на медведя. Дайте рост. Пятьдесят онлайн на пол, как их 50. Когда там рыгать будете, ну когда босс рыгает, перебегайте на другую сторону. Давай, готов, сейчас будет большой в центре через пару секунд. Тут он стоит возле Элема, там отсюда до хера вроде как пушки. Подожди, я завис. Паладин, не бегай так близко возле центра, чтобы у тебя рыгачка не кинулась. Да можешь не бегать, просто стой вот раньше, он тебя не убьет. Только от игроков отойди. Давай, 2 секунды, большой в центре, все, большой в центре. Мы
надоело перебегать, не стойте в одной куче. Там уже 5 человек играет возле Элема, кто там? Элем, Альтея, еще кто-то. Большой в центре забирай. Хата, Ареса и Майла. Готовьтесь, будет взрыв, скажу, когда она будет выбежать. Так что взрыва нет, странно. 400. Блять, паладин, протопал, не бегай возле мили-зоны, стань его и танчи просто. Большой в центре забирай. Давайте, перебежали, сейчас большого заберут и будет взрыв. Готовьтесь. Давайте, взрыв в центре, разбежались, выбежали, вы мили-зоны, выбежали, дай сакру. Бьорн, Реса и Хатая. Так, все РДД на рейнджу. Не, нормально. Так, Тала, выходи на рейнджу. Все маги на рейнджу вышли. Бьорн, Реса и Хатая. Так, Войд, Танчи, кто там еще есть? Никого нету, ладно, добивайте так. Экстримка, Бабл, прижми, если есть КД. Все, добили, молодцы, Реса, пипавших. Захильте, захильте, захильте. Портал сразу так и скинулся. Пойдем. Один дайдлайн, Млока. Хорош. Больше фибрилляцию килить не буду. Давайте споры носим, хапа, шам, трусы, квадрат. Два раза разбегаемся, третий бежать не надо. Сейчас прибегут и будем бафаться. Пока бафы не давайте. Что-то я... Пробовались? Завис. Всех за... Нет. Я вылетел, сейчас попробую зайти. Тебе бафы надо? Ладно, давайте фулл бафы, все тут. Нет, потом не друид... все, я вылетел. Заходи, давайте фулл бафы пока, ждем друида. Рыба есть? Установка связи висит. Перезагрузи интернет туда-сюда. Игру выключи и включи. Прикинь меня к магам в пати. Что там заходишь? Тебе надо что с босса? Так, он перепускает. Хатай, Войд, Альфари, тапки надо? Да. Хорошо, чек на пул тогда. Да, Бьорн. Так, давайте все готовы, начинаем. На, он хил, ну ладно, втроем похилим, что с вами не будет. Там кнопки чаще нажимайте просто. Как заебал мне этот газ, ёбаный. Да, один раз кинулся, так заебал. Кто там маг, давай. Сзади маг, ты, Лидик. Печеньки, квадратик будет в трусах, кто там блинкуйся.
Шпоры хуй пойми как снесли. Хильте маг в первой пати, а то они сейчас поумирают. Нормально. Давай, просто еще одну забираю. Есть бэры у кого-то? Да. Дресы. Да хильте его сразу дайте, по нему там касочку, что-то такое дайте. Маги споры разнесите, а то ГП дам. Да, че вы стоите, на вас поры сухо кинулись, а вы стоите, вы в уши долбитесь. Протопал, дай там каску по войду, там рядом стоит. Пристабав тоже можно ему дать. Все, больше сбегаться не надо, там бафы на всех два есть, выживете. Где что саншотил? Это днище. Давай, Сакру. Папочка, у меня получилось. Джубан, надо им на хп. А ладно, уже не надо. Кальте, дай им на ману. Стало там 8 стаков вроде, там на 9 заберешь, 9 стаков вроде забирай. А, забирай, босс, забирай. Хильте войда. Протопал, дай ему капельку. Да, все. Папа умрет еще, нахуй. Ну, тапки упали. Угораска вот. Давай меня. Тало, ты знаешь, что такое ледяная глыба? При стаках. Да, да, конечно, из блок знаю. Что там, друлька, ты с нами, Бёрн? Он походу комп еще перезапускает. Тыкайте. Че, ивент не запускается? Ой, она тут уже.
только 2 часа уже не курил с этой леди. Дети наверх, поднимите сюда, к звездочке. Наверху никого нету. Олег, а ты кем-то из игроков в мире? Хер знает, 50 человек вроде. Так, идите обратно к шкафчику, сейчас меня засумоните. Только не тикайте моего вара. Там слава, да, ассиста. Так, ну короче, ДПС будем стопать, там Хладин в кухне умеет сидеть, так что все нормально будет. Сейчас я ману рисну и будем начинать. Своим срачем, честное слово. Что такое? Кто это? Срутся без конца, такой рит, какой-то галимый. Атмосфера дерьмовая, ну просто, ну вообще не нравитесь мне сегодня. Тихоньку. Не, ну можно понять, конечно, стало релить, но, сука, таким троллем стал в чате, его убить просто надо. Кто, Слава? Да. Раньше такие веселые ребята были, хорошие. Там, вы там добрали уже, да? Не-не, заходи, Акас. Да я не знаю, что это было. Зашел в браузер, все работает, а в рейдковый ВОВ не пускало. Я не знаю, что рыбу кто-нибудь. Че там за девушка трендела? Ставь рыбу давай. Че там вы пишет? Говорит, в идеален каким-то конченым стал в последнее время, в рейды не ходит. Держи свою рыбу. Захожу. Давай. Кушай всю, чтоб съел. Не дай бог, не хорошо, всю. Хорошо, я тыкаю. Сколько успею. Ты кого я все это готовила? Так, что там, Бёрн, надо какие-то бафы чекнуть? Пул там, если шо? Нет, ничего не надо, сейчас я добегаю, все, все на фуле. Можно будет пулять сразу, когда бегу. Слава, ты тут? Анекдот пишет, что? Да. Так, давайте все готовы. Паладин, пей куклу, мельки, подходим. Бурсты не отдавайте тут. Бурсты на двух слизнях. Все, начинай, Слава. Блин, вы... Надо было, когда он в кошке сидел, надо было на него напулить, чтобы он там сдох. Чуть не успели. Слушай, уходим, или зона там. Первого не замедляешь, копишь раунд, чтобы двоих на переходке замедлить. Первого мы так забьем. Чему передавайте? Спрота медведя заберите, стопаем по боссу. Все, босса не бьем. Босса не бьем, ждем зеленого. Хиллер РД в центр, валите, бейте зеленого. Давайте выше, играем зеленого. Давайте, сбежали все. Так, смотрим, после выбора еще раз бежимся. Сбегайтесь там. Блять, сбежались, повезло. Давайте, бьем, переводим.
Зеленые к столу, красные РДД, бейте красных уже. Зеленые к столу, красные бейте красных. Смотрим, выберет цель сейчас. Все, красные, красные, зеленые, зеленые. Зеленые сбегаемся после того, как откинет. Играйте по дебафам. Когда зеленые откидывают, вы на него не бежите. Ждем, пока выберет цель, потом только бежим. Смотрим, выбирает, после сбежимся. Убежали, думаю, бьем, сбежали с этого. Все, зеленого убили, красный тоже мертвый. Играем в профы. Смотрим, сейчас будут колбы. Или сейчас будут колбы. Или сейчас. Хиро запер, сами смотрите. Колбы после луж. Давайте, мирики профа, РД, бьем красного. Вот там до хера, так что бьете его. Давайте, РД там красного бейте. Пельмени не ловите. Красная экстримка, бей пока профа, потом будешь бежать. Ну, РДД, добейте красного, чё он так долго живет, у вас там море просто. Так, хилы, РДД, становимся в центр. Скажу, будет фидбей, надо будет всем отбежать к столу, чтобы вас фидбей не задел. Смотрите внимательно. Ну, так, смотрим. Пельмени, бежим. Играем зеленого. Побежали в зеленого. Не надо блинковаться от рейда. Лучше уже пусть ударит и откинется нормально, чтоб вместо того, чтобы от рейда блинковаться, и там кто-то побежит, кто-то не побежит, и будете умирать. Давайте, бьем, пока надо будет стопать ДПС. Стопаем профов, никто не бьем, ни милики, ни РДД. Красный выбирает цель, и будем все бить, и милики, и РДД. Смотрим, красный на ком-то. Так, на ком-то красный, бьем, короче, красного. Кто там профа колупает, можете его доколупывать на переходку. Все, бьем профа, переводим. Давайте, зеленые к столу, красные бейте красных уже. Так, сейчас. Давайте рост. Давайте рост. Играем по дебафам. Так, что-то зеленый не замедлен. Надо к нему будет сбегаться. Давайте смотрим. После выбора цели только надо будет сбегаться. Не сейчас. Сбежались. Давайте, сейчас будем еще раз сбегаться на зеленого. После выбора только. Давайте, добивайте зеленого. Все, добили, играем в профа. Здравствуйте. Паладин забирай, паладин забирай, без дивана. Проводи чуть дальше. Проводи дальше. Слава, на четвертом заберешь, как будет четвертый стак, паладин добивайте так, короче. Ну, молодцы. Колба. Ёмарно. Три хила одинаковых хпс. Вообще тупо. Красавчики. Колба, можно ролить? Тебе она не нужна. А мне ничего с тренинг нет. Я сейчас покажу тренинг свои. Вот такие нормальные тренинги. А правильно, все хорошее тренинг, я сам с таким варом вот бегаю сейчас. Вполне нормальный тренинг.
Никчем. О, обычки, давай обычки ролить. Обычку на ДК. Там ресните, Вара. Помер. Никчем от хила убежал и помер. Тебя хилил, хилил. Ой, тебе надо обычка? Понятно, иду чай налью. Тоже я тебе покурю. Спасибо. Так, сейчас танки хилы подойдут. Ну, короче, протопал тут, можешь начинать играть, если в печеньку. Анекдот недорассказал. А что там обычные печеньки? Да, здесь надо там славы спросить. Сената тоже обычка? Мне одну надо. Апелляция, ты уходишь уже? Пистол возьми вместо него. Кто это? А это в идеале. Он нормальный или бомжовый? 6К. Он полунормальный. Берите. У нас 4 кило, мы и так дохи. Вот это Войд, короче, спамит. Войд, ты чё, хочешь, чтобы я сейчас ушёл в сталкера играть или что? На чем ты рекламируешь? Не спал. Войд, про сталкера что-то написал? Слава, ты в народную сверху играл? А я в Shadow of Chernobyl, по-моему. Забыл в первую часть, короче, играю. Так, подождите, у нас там полрейда АФКшит, давайте подходите там АФКшащие. Там два человека только сказал АФКшит. Законтрольте, да и все, хилы здесь, танки здесь. Да тут ДД только нету. Войт уже рассказывал, как он, короче, начинал играть в сталкер. Да он его никогда в жизни не пройдет. Так, давай, Альтея, иди сюда, Альтея. Печенька. Каску да, рыбал по друидам. Не пройдешь. Как раз. Кого-то. Рыбав по ну друиду, пожалуйста. Так, давайте ты на трэш. Поднимайтесь наверх, это я контроль печеньку. И мы будем скелета биться. Каску по друидам, пожалуйста, обновите. Ну я Альтея, красавчик. Бьорн тоже красавчик. Наверное, сам побегу. Агро, танки, агро. Альтея, да, с Арли. Ну играйте в советника, в печеньку. Давайте быстрее там состоя раз собираем. Раз у нас 4 надо. Бой, далее фибриляция, ман. Джубана, печеньку. Трися. Да. Трусы. Давайте, подходите. Можете контролить. Мы будем все в советника играть. В квадратик. Ладно, играем в квадратик. Контролируй. Чё, там сбили. Точечно только бейте.
Убейтесь тех, у кого меньше хп. Чё ж ты за рухнулся? Он же с нами тут. Так я тут. Ага. Подумал, нафиг, это трейд, поэтому и рухнулся. Да-да. Я просто не знаю всех твинков ваших. У Войда все четко, все Войды. Ну да, фантазии нету. Да, согласен, тоже правда. Но зато легко понять, кто это. А у тебя Бьорны, блять, мягкий знак на твердый меняешь фантазии вагон. Нет, подожди, у меня два друида. Ты же не равняй, у меня два друида и два Бьорна, остальные то нормально. Так, экстримка там в магазин отошел или отошла, не знаю, там писала. Копар, ты тут? Отошло. Копар, катушка упала, беги сюда, роль быстрее, ролл нажимай. Быстрей, катай, забирай. Так у меня она давно уже есть. Она сюда фэкашит. Ладно, здесь не убьем, там элем есть. У меня еще вар, зарк, гаргот. Террас, паладин, модейн лок. Интересно очень. Да. Я целый день слушаю, как ты рассказываешь, бля. Так, ладно, давайте все тут хлубав. Даем, кулаков нет, там лапой покричим. Так, смотри, там что, бафам не хватает, хилу там ману пейте. Так, давайте все тут. Так, Войд на двоих, Протопал на одном, Талдрама на Войда на... Сейчас, подождите 20 секунд, чтобы раздать. 10 секунд подождем. Талдрама на Войда на пулем. Ну, а Войд наберешь Валанара. Че, вы запустили уже? Нет, ходи. Иди. Тебе ничего не надо по бафам, все забафаны? Надо. Ну все, тогда тут подходи. Подходим, все идем на позиции. Ты что, это ему говоришь, чтобы ему там забанили? Краску дай, протопал. Кому? Блоку. 12 минут тебе не хватит? Нету на мне каски вообще. Давай, ты вот. Смотрите только на вихре, разбегайтесь, да нету. Давайте, вихрь, разбежались. Все РД бьем кинетику. Если кинетика падает, как тушка выйду, уходит. Ох, кинетика сзади падает, смотрю. Давайте, килисета, ади килисет. Идем все, короче, килисета бить, там паладин прожмется, ему капельки дадим. Так, скажу, паладин, отдашь срезку. Так, отдавай срезку паладин. Понял, новую тактику придумал. Да, золотистая, давай капельку. Так, вихрь отошли там, золотистая, давай капельку на просвещенного. Просвещенный, отходи. Ну, теперь не побить Меликом. Прожми ключик золотистый, ключик и клык. Золотистая хулипалка. Ну и шо? Все. Так, кинетика падает. И бить хулип с ключом и клыком. Ну, в смысле, протопал, чтобы ключ прожал этот. Давайте, бьем кинетику, добиваем. Но друида маны нет. Ну, залей иннер себе. Мне нефиг было покрыть там спамить. Когда ману надо было резать.
просто половина хп, ой, половина маны было, когда мы пуляли. Я себе и нарзалил. Давайте хилер Д на рейнджу, там будет голем, скажу, она будет по рейду пробежаться. Сейчас 2 секунды будет голем. Кастую, смотрим, на ком бежим по рейду. Голем на джест. Бежим, их разбежались. Ну все, добивайте, кинетику только бейте. Всегда падают только нищие. Сказал миллионер. Бля. О, когда не надо, уже падает. Я за ней ходил сколько, блин, выпало вот только недавно. Больше полутора лет. Ну, ай, паладин, лейтенант, а что бежит? Хилы тут есть вроде, хитки. Вроде. Так, давайте присты идем наверх. Альтея, звездочка, Джубана, печенька. Подходите, присты. Контрольте. Давайте, все в печеньку играйте. Все в печеньку бейте. Давайте, все в печеньку, потом будем советника бить. Там, пока агро наберут. Давайте там баф, чё-то бабл, играйте в советника, здорового упыря. Спел. Все, бейте, у кого меньше хп, смотрите, того и бейте. Да, один танк танчит, красавчик. Слав, подходи, где ты там? Главное чистит. Че там с кольцом-то? Главное чистит. Дайте на пулы на протопалу на один танчит. У друида нет маны. Дайте отпиться. Дайте кулак Ханту, пожалуйста. Сейчас, это фибрилляция. Дохилит, трэш. Потом суманем тебе. Ну... Давайте, печеньку бейте все. На пульте на паладина. Играйте в печеньку, потом остальных всех. Мать спал дать. Смотрите, у кого меньше хп, того и бейте. Спал. Подохните все. Да уводим, наверное. Давайте все тут хлубафы даем. Ну, Нендера, как бы, а можно у него взять печеньку эту? А можно, напишите ему. Листобаф инту лапу. Да, инту и лапу бы. Ой, кулак Ханту, пожалуйста, дай. Кулака нету, я там нафиг покричу. Давайте чек на пол.
Что-то я не понимаю, что-то у меня интеллекта мало. Мисс Рыба просит. Не дал, что он хочет? Дайте Игорь золотистые друиды. Золотистые, поставил звездочку. Бална, что там не хватает? Да сейчас ману отопью. Три паладина почему нет? Или экстримка афкает? Да, экстримка афкашит. Все, готовы там, балнары, золотистые, да. Все готовы, танки, идите на позицию, начинайте. Кто там чаржнулся раньше времени, молодцы. Два зеркала. Сбегайте с пактом. Это я, Фени. Глыбу можно прожать было. Дал для назарения паладину, теперь сам без мана. Отходите от луж на следующую цель, антифир повесить по возможности. Смотрим, на ком будут сейчас тени. Вет, глыбу прожмешь там, если есть. Давайте, отходите от луж, взлетка. Мелизона ушла к стенке, рассосались в центре хилы. РТД по краям стоим. Альтея гимн на хп. Альтея гимн на хп. Бёрн, Ресса и Майлав. Захитите его сразу. Давайте, рост. Это гимн ману. Наберите ренжу, чего вас там пробивает пятую пати у хилов. На РД отойдите от хилов, наберите ренжу между собой. Давай Джубанга тоже гимн ману спой. Это типа кошак или что это? Да, я понял. Вставай. Нажми капс и покапси ему. Чтоб нас не заталкивать. Добивайте. Да блин, какого хрена? Опять я третий по ХПС. Потому что я по мане просил. Какая печаль. Большая печаль.
Наверное, всем хочется знать, что ты по мане просил. Да, Макс, очень хочется. Жаль, что ты по раге не проседаешь. Кстати, хилы тут, ТД тут. Сейчас, подождите, не пойду, хилы там ману, пусть отопьют немного. Дайте, пожалуйста. Пули или танки вперед, бить там. Столик, может кто-то дать? Дайте столик там. Спасибо. Славик, а посох чё? Паладином, Дон. Без ГП возьму или бы. Золотистая, что ли? Спасибо. Погоди, обычные печеньки там на шамане есть? Давайте рулит обычные печеньки. Так, давайте РД печеньку, милики, звездочку, только пайтов не отправляйте и за спину не заходите. Кинь мне на шамане. Так, давайте чаржу на себя, милики, печеньку, звездочку идите бейте, РДД печеньку. Так, шаману. Квадрат тоже чаржился аккуратно, там, милики, отойдите. Давайте всех квадрат, играйте прям все, всем рейдом. Так, теперь печеньку всем рейдом. Нам много голды ты отдал за ремонт 100 грамм баром, когда мы падали на трэш. Да, и хер его знает. Я ж Рали написал, когда он офнился, ну, вернее, когда он пришел, что, мол, ты пошел вместо него падать на трэше. Так, давайте добивайте протопал, иди наверх, прожмись, хитки протопала, кого там, Слава по одному вытаскивает, кого-то. Милики в полководцев, РД там массами заливайте, еще там вытаскивайте по одному. Ого, вот это пробивает. У кого боя нет, вы можете бёрн нарисовать пока. У меня ПР есть. Да не, не надо. Ну, вот полководца вывели, играйте в полководца. Хари Селаси, это Джейми или Гудел? Триси. Чёрт. Смог обо мне такое подумать, блин. Ссылка, если на ОС заходил. Мы заебал ему стрелить. Ссылка сидел. Давайте, на варке бурсты, давайте.